Милиция в Минске задержала несколько десятков человек на марше медиков. Ну, это уже сегодня, я так понимаю. Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией. Ну, Лукашенко разбирается в демократии. Представляете, это просто издевательство вообще над, грубо говоря, информационным миром, влазить такого рода диктатору и говорить про демократию, что является издевательством над ней. Россия присоединится к санкциям Беларуси. В Москве ожидают от Беларуси ответственных мер на санкции Евросоюза. Они все там воюют, санкции устраивают. Блять, что с башкой? И вот по поводу Лукашенко, понимаете, вот тираны всегда проверяют народ на жизнеспособность. Вот, ну, с какой-то целью они посылаются, я не знаю, Богом они посылаются или самим временем. Вот обратите внимание, время ставит их тем народам, которые идут с ним не в ногу. Вот те народы, которые идут не в ногу со временем, они получают тирана. И у этих народов сразу появляется только два варианта. Да? Либо свергнуть тирана, либо опоздать в будущее. Ну, то есть, или-или. Свергнуть тирана или опоздать в будущее. Все. Другого варианта нет. Вот сейчас у белорусов такая же альтернатива. Я написал, сегодня в Республике Беларусь сложилась парадоксальная ситуация. Легитимной власти нет, поэтому любой главарь в шайке из 2-3 десятков человек, если его избрали путем прямого голосования, и он принял на себя командование шайкой, юридически более легитимен, чем Лукашенко и Тихановская вместе взятые. Действительно, это так. Действительно, сегодня в Беларуси нет легитимной власти, абсолютно никакой. Ну, наверное, такого и не может продолжаться долго. А наверняка такая легитимная власть, ну, появится в ближайшее время. Потому что не бывает так, чтобы легитимной власти не было долго. Я вот в Твиттере написал: в Беларуси наступил период, когда нет никакой легитимной власти. Наполеон говорил: я нашел корону Франции, валяющуюся в грязи, и поднял ее острием шпаги. Корону Беларуси искать не надо, она валяется на улице в Минске, осталось найти Наполеона. Да. Ну, Наполеон, как правило, сам себя находит, поэтому искать его нет необходимости, да, то есть человек сам себя выдвигает. Ну, образ Наполеона — это чисто образ, да, это может быть коллективный Наполеон, это может быть индивидуальный какой-то, так сказать, фигура какая-то, физическое лицо, которое сможет поднять протест на должный уровень и совершить революцию, помочь народу Белоруссии совершить революцию. Но пути просто нет, как вы понимаете. Очень сильно мешают, конечно, либералы, которые тоже, видите, стали уже про народовластие рассказывать. Ну, что такое? Как с чем можно? Вот меня спрашивают, сравни с чем-то ситуацию, чтобы там определенной публике было понятно. Ну, ситуация сейчас такая. Вот в Беларуси запор. Да, как вот у человека бывают запоры. Люди некоторые очень сильно мучают. Слава богу, я этим не страдаю. Но вот либералы удивительные люди. Я думаю, что как раз они мучаются запором. Но считают, что клизма страшнее запора. Да? Они вот сейчас мучаются от запора в России. Они мучаются от запора в Беларуси. Да? И считают, что клизма, то есть революция, гораздо страшнее этого запора. Она не страшнее. Да? Вот. Это глупо, понимаете? Глупо страдать от тирании и исключать революцию. Очень глупо. Я говорю, это все равно, что страдать от запора и исключать клизму. Ну, что в башке у этих людей. Так что вчера, значит, в Белоруссии прошел марш народовластия. Вот так выглядит, видите, сегодня там, ну, не сегодня, это вчера,
Удивительно, да, то есть фактически картинка, как у нас Иван такие обычно рисует, вот руки такие, народовластие и прочее, прочее. И вообще многие названия, риторика и все остальное чисто наши, да, но при этом мы видим, что нет главного, нет одного важного слова, и слово это «революция». Вот оно отсутствует в Белоруссии. Те, кто пытается оседлать идеи народовластия, да, для каких-то политических целях, или, может быть, по незнанию, по непониманию и так далее. Понимаете, дорогие мои, народовластие без прямого действия — это все равно, что птица без крыльев. Понимаете? Что есть уязвимо и бесполезно. Уязвимо и бесполезно. Вот такое народовластие без прямого действия. Поэтому в основе народовластия, пусть это будет цитатой сегодняшнего дня будет, в основе народовластия лежит прямое действие. Все. Больше нет ничего. Прямое действие. И это и есть народовластие.